Учения по ликвидации ДТП развернулись на улице Декабристов. На проезжую часть были выставлены два старых автомобиля, один из которых организаторы подожгли. Звонки о предполагаемом ЧП поступили в пожарную часть, полицию, службу спасения и скорую помощь. Поступил вызов, дорожно-транспортное происшествие. Выехали сразу, прибыли два пострадавших, оказалось, на месте ДТП. В считанные минуты на место происшествия прибыли сотрудники ДПС и пожарная бригада. Следом за ними спасатели и врачи. Горящий автомобиль затушили в несколько секунд. У второй машины, внутри которой якобы находились пострадавшие, спасатели демонтировали крышу гидравлическими ножницами. Данные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий мы проводим ежегодно с целью координации действий между Федеральной противопожарной службой, сотрудниками полиции, Юго-Западным поисково-спасательным отрядом и скорой медицинской помощи. Пострадавших осмотрели врачи, наложили шину и погрузили на носилки. По оценке организаторов учений, все задействованные службы показали хороший результат. Но все же есть к чему стремиться. Теперь оперативные службы проанализируют недочеты, чтобы впредь не допускать их как на учениях, так и в реальных ситуациях. Александр Бычков, Дмитрий Новопашин, «Местное время».